Стать памятником архитектуры может и привокзальный туалет. Так решили эксперты Управления по охране объектов культурного наследия, которые обследовали комплекс вокзала на станции Белимбай. Деревянный железнодорожный вокзал является одним из старейших пассажирских зданий в Свердловской области. Его, а также водонапорную башню и отхожее место возвели в 1909 году при прокладке железнодорожной ветки Пермь-Екатеринбург. Станция построена как единый ансамбль в стилевых формах модерна по проекту Феофана Вольсова. Архитектурный стиль модерн был широко распространен в отрасли железнодорожного строительства в начале 20 века. Теперь предложение экспертов должно пройти общественное обсуждение, после чего комплекс Белимбаевского вокзала будет признан памятником архитектуры.